Этот мужчина не платил за коммунальные услуги около 3 лет и за это время накопил приличную сумму. Управляющий компанией 17 он задолжал более 90 тысяч рублей. Если бы прибор не выявил его в потоке машин, то неизвестно, сколько бы еще судебным приставам пришлось за ним гоняться. Управляющая компания долгое время уже за ним бегала, может, в прямом смысле этого слова. Мы к нему неоднократно ходили, техники, инженера и все мы, весь состав. Искали данного должника, пытались с ним поговорить, искали его также машину, но он машину от нас скрывал. Спустя 3 недели мужчина полностью погасил задолженность. Чтобы расплатиться, взял кредит. Все это время арестованная машина стояла на парковке управляющей компании. Заплатив за стоянку 1000 рублей и предоставив справки об отсутствии долгов, коммунальщики вернули ему ключи от машины. Ваш паспорт, ключи. Все, больше накопить долги. Спасибо вам. Славку тоже, приставам. Как рассказали нам специалисты, прибор «Дорожный пристав» очень эффективен. За один рейд он способен выявить более 10 должников. Одни погашают задолженность быстро, другие продолжают игнорировать решение суда. В этом случае судебные приставы вынуждены идти на крайние меры. Они изымают автотранспорт и, если сумма не погашается в определенные сроки, выставляют его на продажу. Вырученные деньги идут в счет погашения задолженности. Оплачивать свои задолженности, не копите это. То есть смысла нету, не вижу, все равно вы будете там пойманы и так далее. С вами все равно будут проводиться работы и так далее. Все равно придется вам оплачивать. Вера Муратова, Максим Галимзанов, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».